Смотри, черт! Повезло. Huh?
κατάλληλα κρούπκι με σαχελό. Μα του σάλτα αλκοπούλκαν, για νουγέσι κουκούτσι, λέα, κουσούλ μάκο. Πάτσο κουσούλακ, λέα, κουσούλ μάκο. Βούγια, βούγια! Πάση! Με γινγόλ την βούγια, κουαβάς τετάνκαβο. Χετς πάσο, κατουπουλτίκ. Την βάλεκ τέτσ, κι αν πάξ την βούγια. Τούψε, για βέ την λίξη κυμπάω, για αλ βάκου γιαντάλ, κουλά. Με γινγόλ την βούγια κουαβάς τετάνκαβο. Χετς πάσο κατουκουλτίκ. Την βάλεκ τέτσ, κι αν πάξ την βούγια. Τούψε, καβέ την λίξη κυμπάω. Να λουάκι γιαντάλ, λάκ πατέλιν του χάχι. Τι νίκες μα κυμπά μαντάλς. Μάκατσι. Перебралась через реку. Я уже рядом с тюрьмой. Тут везде охранники. Мы движемся к реке. Свяжусь, как будем на месте. Хорошо. Ларец не в Пайтите. Я знаю. Я должна примкнуть к Амару. Все труды после смерти Сайри, все тщетно. Этому не бывать. Вставай, пошли. Время вышло. Кто-то должен найти Ларец. Если не воскресить солнце и не преобразить мир, всем нам конец. Но я нашла еще одну подсказку. Может быть. Твои татуировки, затмение и цапля, точно такие же символы были выгравированы на алтаре. Что? Что они означают? Это знак моей судьбы. Алый огонь Чакчель. А вот мое прошлое. Это символ Синчичику, последнего императора Пайтити. Гробница в верхнем квартале. Отведи меня к ней. Они там все обшарили.
Если бы там что-то было, они бы давно это нашли. Но у Амару нет этой зацепки, он не знает, что искать. Там полным-полно охраны. Придумаем, как обойти. Это опасно? Конечно. Не будем терять время. Как там Эцли? В порядке. Он помог мне найти вас. Сейчас он должен быть с Учу. Иона, я суну Рату. Хорошо. Эцли хочет что-то сказать. Мама, мы высылаем подкрепление. Мне помочь Учу или захватить территорию, когда враг отвлечется? Пока меня нет, ты за главного, Эцли. Доверься своему чутью. Лейчкаланко эле лопуцих, хач пила вычо. Баш лехело, тело, ичи лечи уово, пшена уиле. Не могу разобрать диалект. Я что-то упустила из виду. Вроде бы все. Пошли. Возьми ключ. Пошли. Я кое-что покажу. Скоро затмение. Когда солнце скроется, нужно открыть ларец. Он таит в себе великое искушение. Он будет манить меня, завлекать фантазией, предлагать легкое решение всех проблем. Но все же это будут только мои сокровеннейшие желания. Я всю жизнь училась противостоять искушению. Амару еще даже не видел ларца, но его разум уже в плену у этой силы. Пайтити — это прежде всего люди, и только вместе мы сможем его спасти.
То есть перемены, к которым стремится Амару для Пайтити, будут равносильны уничтожению? Да. Извне исходит много угроз. Но риск — часть жизни. Мы идем на него, чтобы остаться верны сами себе. Откуда ты знаешь, что сможешь устоять перед искушением? Я не знаю. Но если я не справлюсь, алый огонь направит меня и не даст нарушить обет. Нам пора. Что такое алый огонь? Это моя судьба. Он связан с жертвоприношением Кукулькана. Когда от алого огня пойдет дым, ищи зеркало. Это великая регулирующая сила. Все, что я знаю. А кто-нибудь из этих существ забирался сюда? Существ? Они опасны. У Тринити были с ними стычки в пещерах вокруг Пайтити. И у алтаря, где не оказалось ларца, они пришли за мной. Ты про Яшиль? Яшиль. Они высокие, быстрые, голодные, даже отчаянные. Я бы не называла их существами. Они нечто большее. Тут должен подойти мой ключ. Что случилось, я ошиблась. Есть много преданий. Это было давно. Но они неустанно защищают Пайтити. Защищают? Не знаю, этого ли они хотят на самом деле. Но выходит так. Они не нападают на город? Нет. Мы всегда жили в согласии. Похоже, Амару планирует публичное жертвоприношение. Мятежника? Надо его остановить. Нет. Мы не готовы и не можем рисковать ларцом. Воин, которого хотят казнить, предпочел бы смерть. Ха. Держись рядом и делай, как я. Они могут на нас наброситься. Сюда. Джумкинейш, Учкилич, Ольтунейш. Которые ставят под угрозу нашей жизни. Нашу тайну. Их предводителя, предательницу Унурату. Вашу падшую царицу я взял в плен. Но еще не поздно ее спасти. Сегодня мы делаем подношение Кукулькану. Моля его о защите в час, когда близится Пошли, затмение. Пошли, посмотрим, что он делает. Своей жертвой этот мятежник искупит былые грехи. Да узрят его товарищи свет и примкнут к нам. Амару сказал, что не хочет насилия. Для него оно просто инструмент. Принесенный в жертву. Он вновь становится одним из нас. Все эти люди ему верят? Они боятся. И неспроста. Уже недалеко. Гробница за этой дверью. Пошли. Невинные глаза сомкнутся на рассвете, когда сгинет Проходи. Слабость.
Гробница наверху. На той статуе я посторожу ворота. Я скоро буду. Иона, мы приближаемся к гробнице Императора. Мы возле реки. Дай сигнал, и мы вас вытащим. Скажи, как будешь готова. Поищем. Здесь можно пробраться. Гробница Императора. Я почти нашла, что нам нужно. Мы будем ждать. Какой изысканный алтарь. Видимо, это был важный правитель. Определенно влияние инков. Гробница последнего императора. Секта могла возникнуть после его смерти. Так, цапля и затмение. Что я упустила? Стоп, это Лопес оставил. Сердце змея лежит в чаше. Сюда! Это командир Рурк. Есть зацепка по ларцу. Выслать отряд за Крафт. Ух.
Унурату. Нет. Отдай его Эцли. Он мой наследник. Он возглавит Пайтити. Он юн, но силен. Его дух благороден, как и кровь. Давай, продолжай говорить со мной. Ларец будет тебя искушать. Держись. Мы все вершим свою судьбу. Ты не можешь сказать, что ты не можешь